Минка рулит. С таким лозунгом вышли на старт команды трех школ муниципалитета. Немчиновский лицей, Зареченская СОЖ и Одинцовская школа номер 3. Игра-квест «Остров сокровищ» для первоклашек оказалась не такой уж и легкой. Команды столкнулись с разными препятствиями на пути к заветному золоту. Сегодня у них очень много интересных этапов. Все они рассчитаны на то, чтобы проверить, насколько они дружные, насколько они смелые и ловкие. И перетягивание каната, и конкурс капитанов, и бег с веревочками, игры с веревочками. Ну, в общем, много чего интересного сегодня у ребят было. Мне было очень сложно тянуть за канат, потому что я из последних сил пытался это очень сильно сделать, потому что я хотела, чтобы мы выиграли. Золотое правило «дома и стены помогают» на этот раз не сработало. Удача отвернулась от хозяев площадки. Как ни старались ребята, сокровища ускользали из их рук. Нам не хватило всего лишь чуть-чуть быстроты и силы. И все. Проведение спортивной игры «Остров сокровищ» между несколькими учебными заведениями – это первый опыт. Организаторы подчеркнули, что такая форма общения будет продолжена, и к минскому направлению присоединятся и другие территории. Я думаю, что у нас будет продолжение, потому что у нас есть еще много разных задумок, и, может быть, как раз Заречье нам что-то предложит, и мы к ним поедем, Немчиновский лицей. То есть я думаю, что установятся хорошие дружеские связи. Так интересно организовано это мероприятие, так с такой заботой, с такой любовью. Вот чувствуется, что люди вот готовились и ждали нас. Вот за это огромное спасибо. А я думаю, дети получили массу впечатлений и сплотились, потому что сейчас это для нас очень важно. Не только для нас, а для всей страны важно сплотиться. По итогам всех состязаний пьедестал завоевала команда Зареченской СОЖ. На втором месте Немчиновский лицей. Хозяева на почетном третьем месте. Я просто в восторге. Это моя первая победа. Мой первый диплом первого места. Я очень рад, что моя команда победила. Я очень рада, что мы заняли первое место. Илюшина команда была самая сильная, мне так показалось. Мы были дружные, улыбались. Вот поэтому мы выиграли. На несколько часов СОЖ номер 3 превратилась в волшебную страну, где есть место для каждого. Если ты смелый, добрый, ответственный и целеустремленный, удача улыбнется тебе, и ты найдешь сокровища. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».